борон заманда кеше мадар килмеген, килеп аяк бакмаган, ул тирәле коры йөр барлыгын һис ким белмеген, дүрт ягын диңге дураткан булган ти бер урын. Унда булган ти борон Янберде тиген карт менен Янбике тиген. В старину, а когда неизвестно, на земле, говорят, было место, где ничья нога не ступала, с четырех сторон окружала эту сушу морская вода. С давних пор на суше той жили старик Янберде, жизнь дающий, и жена Янбика, душа жизни. Янбика и Янберде жили охотой. Седлали они могучих львов, щука помогала им ловить рыбу, а кречет бил для них птиц. Родилось у них двое сыновей. Старшего нарекли Шульганом, младшего нарекли Уралом. Не знали они, что такое болезни. Смерть для них была неизвестна. Считали, что на этом свете сами для всего являются смертью. В животных, что едят траву, черную вонзали пиявку, выжимали крови избыток, чтобы из нее приготовить напиток. Когда Шульгану исполнилось 12 лет, а Уралу 10, сказал им Янберде: «Оба вы мне родные дети, зрачки моих глаз. Родниковую воду пейте, если жажда охватит вас, но кровь из раковины никогда пусть не коснется вашего рта». Пока родители были на охоте, Шульган сказал: «Не будем напрасно время терять. Раковину поскорее откроем, выпьем по капельке, чтобы узнать крови вкус, что же это такое». И сказал Урал: «Буду послушен я слову отца, крови не проглочу и глотка. Пока не вырасту я джигитом, пока не узнаю тайну запрета, пока не уверую я, что на свете вовсе не существует смерти». Шульган не прислушался к словам младшего брата и выпил немного крови. Так был нарушен запрет отца. Когда отец вернулся с охоты, он обнаружил, что крови в чаше стало меньше. Взял прут и замахнулся на Шульгана. И тут Урал схватил отца за руку. «Отец, постой! Вот этот прут когда-то был цветущей веткой. Ты хочешь, чтобы в дом наш светлый черная смерть явилась вдруг?» Сменяло солнце луну, зиму лето, выросли братья и стали статными, крепкими юношами-исполинами. Однажды случилась у них великая охота. И вот попалась им в сеть лебедь со сломанным крылом. Шульган замахнулся острым ножом, чтобы отсечь ей голову. И тут птица заплакала кровавыми слезами и заговорила: «Я птица неземная, я Гумай. Птиц-повелитель мой отец Самрау. И солнце, матушка моя, она водою из живого родника в далеком детстве тело мне омыло. С тех пор бессмертная я». Урал выпутал лебедь из сети. Встрепенулась Хомай и улетела. Пожалели старики, что сыновья отпустили лебедь и не узнали дорогу к живому роднику. Решил Янберде, что Шульгану и Уралу надо отправляться на поиски родника. И если по дороге попадется смерть, отрубить ей голову и привезти домой. Долго шли братья, и вот встретился им бессмертный старец с длинным посохом в руке. И молвил им старик: «Перед вами лежат два пути. Налево пойдете, вас впереди смех и веселье беспечное ждут. Птицы Самрау всем сердцем чтут. Мясо не кушают,
кровь не пьют, смерти дорогу не дают. Направо пойдешь, вдоль дороги всей, только слезы и плач людей. На этой дороге лежит страна, зла и жестокости полна. Царь коварный Катил правит в ней. Долго шел Урал и добрался до царства Катила в самый праздник. И вот показалась царственная процессия. Эта дочь царя Катила избирала себе мужа, как делала каждый год. На троне восседала девушка невиданной красоты, с глазами полными огня, в одеянии, равных которому не было на свете. Вдруг ее взор посветлел, она увидела среди толпы статного чужеземца. Это был Урал. И протянула она ему золотое яблоко. «Теперь ты мой зять», — сказал царь Катил. «Иди во дворец. Я приехал к вам издалека. Порядков ваших я не знаю. Потому и во дворец не пойду». «Какого рода ты, что смеешь отказывать моей дочери?» — вскричал Катил. «Приведите сюда быка, что поддерживает мой дворец». Бык величиной с гору набросился на Урала. Урал согнул его рога и ударил копытами о землю. Страшно заревел бык. Прислужники и сам Катил бросились в рассыпную. Урал-батыр схватил царя Катила и швырнул его далеко за горы. Разлетелось воронье, и царство Катила рухнуло. С тех пор, как расстались два брата, мы совсем забыли о Шульгане. Между тем он шел и шел по своему пути. Тишина и покой окружали его. И вот однажды повстречался ему юноша с прекрасным лицом. Это был Заркум. Назвался Заркум сыном царя дивов Азрака. Как великую тайну сообщил он Шульгану, что во владениях его отца и находится тот самый живой родник, который ищет Шульган. Азрака встретил Шульгана как самого долгожданного гостя. Знал он, что гнев полыхает в сердце Шульгана, ведь он не совершил никаких подвигов. А слава о подвигах младшего брата разнеслась по всему свету. Поведал Азрака Шульгану о величайших тайнах на земле, о волшебном коне Акбузат, о булатном мече, что не каждому дается в руки, и о Гумай, прекраснейший из дев. Велел Азрака открыть потайную дверь. Это была кладовая, и лежал там волшебный посох с набалдашником из жемчугов. И сказал Азрака: «Кто совладает с верным конем, меч алмазный в руки возьмет, первым батыром прослывет, все своей воле подчинит, и на весь мир прославится тот». Спустя много лет встретились братья у ворот в царство Самрау, повелителя птиц. Взмыли в небо девушки-птицы и стали кружить, пытаясь рассмотреть, что за гости пожаловали в их страну. Велела Гумай открыть ворота. И братья, увидев ее во всей красе, потеряли дар речи. Усадила Гумай братьев на почетное место, угостила с дороги и расспросила, с чем вышли они в дальний путь. И сказал Урал: «Шундай яуз улем бар, шунан алыр кыным бар. Улемді табып ультіреп, ил құтқарыр ойым бар». «Охвачен я мыслью одной, смерть проклятую отыскать, навек из страны ее изгнать, родник живой отыскать, чтоб жилось беспечно в стране. С тем и вышли мы в путь, я и брат мой Шульган». «Хинде айхалу булмас деп, эзляп хейскім тапмас деп». «Вмиг душою ты
моей овладела. Не может лучше красавицы быть. Век ищи, не найдешь такую. Пожелаешь, и будем мы вместе. Прикажи, на тебе я женюсь. Тысячи и тысячи птиц слетелись на Большой Майдан. Со всех концов большой страны спешили они на праздник. Сегодня дочь царя птиц Самрау выбирает себе жениха. Позвала Гумай своего верного коня Акбузат. Громом ответило ей небо. Само солнце покачнулось. Земля заходила ходуном. Словно звезда сорвалась с неба и огненным шаром полетела к земле. Это был Акбузат, крылатый небесный конь невиданной красоты. И вот поднесли к батырам камень в 70 батманов. Первым отправился к камню старший брат Шульган. Попытался Шульган поднять камень, но задрожали руки его, и по колену ушел он в землю. В гневе подошел к камню Урал-батыр. Обидно было ему, что брат его опозорился. Поднял Урал камень в 70 батманов и бросил его в небеса. Полетел камень высоко в небо и скрылся из глаз. И сказал Акбузат: «Батыр, отныне я твой». Зашумел Майдан от радости небывалой. Ступил вперед царь птиц Самрау и протянул руку со словами: «Будь зятем моим». Началось небывалое свадебное пиршество. Счастье светилось на лицах Урал-батыра и Гумай. Но тут небо полыхнуло огнем. Это дивы начали войну. Шульган ударил волшебным посохом о землю, и вспенились все воды земли, и начался поток. Коварно улыбался Заркун. Все шло так, как они задумали. Попрощался Урал со своей молодой женой, вскочил на Акбузата и поднял свой булатный меч, сверкнувший в небе, словно молния. И началась великая битва с дивами, равной которой еще не видел белый свет. Ой, Гугушкан, ты Урал! Ел Гугушкан, ты Урал! Месяц Урал, говорят, воевал, и год, говорят, Урал воевал. Огню он разгореться не дал. Люди, смастерив себе плот, не погибли в пучине вод. Уничтожал безжалостно дивов. Многих сразил он могучей рукой. Там, где бился он с этой ордой, туши поднимались горой над окровавленной водой. И вот в один из дней, среди огня и грома войны, встретились лицом к лицу два брата. Напал Шульган на Урал-батыра, подняв волшебный посох, от которого не было спасения живущим на земле. Вихрем взвился Акбузат, увернулся Урал-батыр и ударил булатным мечом по волшебному посоху. Сорвался в руках Шульгана тот посох, гром прокатился по небесам и исчезло волшебное море. Вода его высохла во мгновение ока. Дивы сразу же обессилели и в ужасе скрылись в озере. И сказал Урал старшему брату: «Пусть черная кровь, что в жилах течет, иссохнув, вновь красный цвет обретет. Во имя чести отца моего, памяти матери моей, в последний раз я прощаю тебя». Молчал угрюмо Шульган. Страх сковал его жилы, кровь застыла в венах. И скрылся из глаз Шульган в огромной пещере, которую с тех пор и называют пещерой Шульган-Таш. Но вот послышался страшный гром, засверкали молнии, то вышел в бой сам царь дивов Азрака. Здесь Азрака понял, что зря доверил он Шульгану тот волшебный посох, которым он мог бы сокрушить великую силу Урал-батыра.
Не стал медлить Урал-батыр. Ударил булатным мечом и разрубил Азрака надвое. От его падения содрогнула земля, и тысяча змей завизжали от горя и муки. Расступилось море, разделилось на две части, и выросла в том месте огромная гора Ямантау, страшная гора. И открылся путь к живому роднику. Собрались люди вокруг Урал-батыра и ждали, что он сделает их бессмертными. Но тут появился старик, и молвил он: то, что смертью мы зовем, злые прозвища ей даем, вечности нетленный закон, мир от гнилья очищает он. То, что на земле остается, чем все лучшее создается, сада краса, это добро. Добро возвысится в небо. В воде не утонет добро. Добро в огне не истлеет. И в памяти вечно оно. Открылась Урал-батыру великая тайна жизни, великий ее смысл. Оглядел он безжизненную землю, эти дикие скалы, лишенные покрова, пустоту, в которой ни зверю укрыться, ни человеку найти себе приют. Осушил Урал живой родник одним могучим глотком и оросил ею землю. И все зазеленело вокруг. Но тут вскипело озеро, где притаились дивы. Выпью это озеро до дна, освобожу род людской от нечисти навсегда. Так решил Урал-батыр и стал пить воду озерную. Закипела вода, забурлила, страхи завизжали, загласили дивы. Пьет Урал-батыр воду, и дивы вместе с той водой попадают в его нутро, грызут печень и сердце. И почувствовал Урал-батыр приближение смерти. Собрался народ вокруг батыра и сказал Урал-батыр свой последний завет перед смертью. Страна моя, скажу тебе, старших почитайте как старших. Берите у них советы. Младших почитайте как младших. Давайте им советы. Пусть имя вам будет добро. Пусть имя вам будет человек. Не давайте дорогу злу. Не отказывайтесь от добра. В тот же миг в небе упала звезда. Это была Хумай. Поцеловала она мертвого Урал-батыра в губы и молвила так: «Ах, Урал мой, Урал, не застала я тебя в живых. Своего наряда птичьего я уже не сброшу. Буду вечно жить лебедью». И стало тело могучего батыра горной грядой. С тех пор и называются эти горы Урал-Тау. Хумай осталась жить на Урале. Тяжко было ей в своей птичьей стране. Вслед за ней прилетели лебеди, а затем другие птицы. Пришли на Урал и разные звери. Бык царя Катила привел своих собратьев на Уральские горы и покорился человеку. Акбузат привел за собой табуны лошадей. Приручили их люди. Сделались кони с тех пор верными спутниками людей. Так пришло к Урал-батыру истинное бессмертие за то великое добро, которое он сделал для людей. И будут помнить об Урал-батыре не только народ его, но птицы и звери, горы и леса, звезды и небеса. Башкирский народный эпос «Урал-батыр». Много тысяч лет сакральный эпос был известен лишь узкому кругу посвященных. Ныне тайные знания, сокрытые в нем,
поражают воображение современных людей и заставляют ученых искать ответы на сложные вопросы.